факт есть факт. Так подожди, она тебя не воровала, Ген, Люся, или воровала? Воровала, конечно. Нет, ложили. Ну, ты мне... Я хотел два пакета с собой брала, когда с Геном заходил. Но... Ну, ты мог милицию подать? Нет, мог. А почему? Я у меня-то валют. Ну, а почему? А почему ты ее не заявил на Люсю? Потому что любишь ее. Даже говорить не хочу. Любил, мне просто мать сказала одно. Знаешь, что еще тогда при советской власти я пришел к ней. И говорю, слушайте, вот мы с ней за одной партой сидели, вместе. Так, так. Это реальность? Реальность. Ну вот, я и сказал, что... Я говорю, я хочу вот на вашей дочке, ну, жениться. Жениться на Люсе? Да. Она мне говорит, Ген, я тебе плохого не хочу желать. Я говорю, ну почему? Почему он не хочет? Она говорит, Ген, я просто не хочу тебе плохого. Ну а ты жениться хотел в школе на ней? В пятом классе? Нет, ну в пятом это было, дела это были. Трахались уже в пятом. Нет. С Люсей, да, да. Нет, серьезно, не знаю. Ничего, я с ней не советую. Трахался, трахался. Ну, вот, а потом получилось такое. Она мне, я развернулся. Ты трахался с ней хоть раз, с Люсей? Нет. Ну, врешь. Нет, не вру. Угу. Правда. Трахался, Ген. Я да. Хотел, но... Потом думаю, нет, не пойдет. Одноклассницы и прочее. Да ладно, да ладно, с Анжелой ты не трахался. Даже бомжи. С Анжелой нет.